Меня зовут Черенева Светлана, сейчас живу в Голландии. В Тюмени мы прошли две ступени школы Кайлас, что Андрей Андреевич сказал, что школа Кайлас – это прежде всего правильная философия жизни. И мне это очень близко, и я разделяю эти взгляды. И, может быть, поэтому все удается легко, даже, в принципе, не выполняя особых практик.